Вообще, это я сижу в 130-м квартале. Ну, пришел по привычке посидеть здесь. Но рисовать я взял. Смотрите-ка что. Я на планшете рисую. Человечков-то, которые тут ходят. Правда, вот эта женщина тут у меня на планшете не самая характерная получается. А уже темнеет. Но зато интересный эксперимент. Ну, я вообще-то разочаровался, если честно говоря. Карандашом как-то все лучше. А я вот тут планшет потащил. А я вот подумал, думаю, что если только с одним планшетом ходить и на нем рисовать, в том числе и дома. Ну, кому это вообще нужно? Ну, мне это особенно даже и не нужно. Мне приятнее карандашом рисовать. Так что эксперимент, можно сказать, неудачный, но я его доведу до конца. Ну, не то, что неудачный, а как бы... Что-то он для меня не очень актуальный. Ну, вот так вот сижу тут, вырисовываю. Пока настраивал, между прочим, дольше гораздо время ушло. Я за это время уже целую бы кучу нарисовал рисунков. Ну, конечно, в компьютерном в этом рисовании есть масса, да, преимуществ определенных. Вот. С настройками пера, там, с отменой неудачных каких-то моментов. С записью, в конце концов. Поскольку тут идет запись сразу. С возможностью потом как-то компоновать это все. Ну ладно, дальше потом. Надо молодежь вообще-то рисовать. Ну, потом, может быть, и порисую. Не знаю, а может быть, привыкнуть надо. Может быть, и пойдет это дело. А, вот мой карандаш теперь. Стилус, серебряный стилус. Который мне не достался в турнире графическом. О котором я еще расскажу. Нет, там диплом мне какой-то обещали, но так до сих пор и не прислали. Странная организация была этого турнира, конечно. Ну ладно, у меня свой серебряный стилус. И тут подошла знакомая наша художница Татьяна Мартынова. Бывшая уличная моя коллега. Мы начинали с ней рисовать портреты на улицах. А нынче домашняя художница. Она больше уже дома рисует по заказам. Ну и как пропустить такую колоритную натуру? Нарисовал Татьяну. Вот как это получилось. Ну вот так я Татьяну тут нарисовал, она подходила, но уже ушла, а стояла она вот здесь вот, на этом фоне. Поэтому мне надо этот фон сейчас вот запомнить, ну или вот он сейчас снимется, и этот фон вставить сюда. Получится такая вот картинка, и не забудьте вот нарисовать тех, кто сейчас здесь там идет. Давайте немножко подождем интересных персонажей, чтобы потом, глядя на них, здесь, значит, это все нарисовать. Впрочем, это уже в следующий раз. А пока вот так.